Всем привет! Продолжаю рубрику «Ништяки из Китая». Сегодня вот будет у нас вот таких вот три посылки, хотя на самом деле их значительно больше. Но чтобы видео не затягивать, то я пока что расскажу про три. И вот это я скажу наперед, что это самое интересное. Ну и, конечно же, ее на потом. Так, давайте начнем с вот этого черного. Я уже, конечно, сюда заглядывал. Я уже думаю, вы догадались, что там. А может еще нет. Так, вообще ничего нет. Так, здесь, наверное, числа нету, когда отправляли. Эту посылку отправили 9 числа, а пришла она 29, то есть вчера. Пришла 20 дней. Вот в таком вот пакетике. А здесь у нас что? Клемники. Здесь должно быть 20 клемников, то есть один пакет по 10 и второй пакет по 10. Сейчас посчитаем. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Все, есть, верно. Вот такие вот клемнички. Попробуем примерить на... Все отлично сюда подходит. Вот, вот так вот. Так вот выглядит с обратной стороны. Все вполне себе нормально. Я считаю неплохой покупкой, потому что я, возможно, еще буду делать кое-какие вещи, и мне клемники эти будут незаменимыми. Ну ладно, поделюсь кое-какими идеями на будущее. Я хочу сделать какой-то шилд для Arduino на базе вот такой вот макетки и вот таких вот клемничков. Возможно, какой-то драйвер для двигателя или еще что-нибудь в этом роде. Вот, 20 штук я себе заказал. Купил себе, потому что у нас на рынке они крайне дорогие. Если сравнивать с ценами в Китае, то вообще наши продавцы накручивают 200-300%. Ну, относительно тех цен. Хотя, не знаю, может быть, они и из Китая покупают их. Ну, вот такие вот клемнички. Ссылка была без трек-номера. Вот так он выглядит. Итак, вторая посылка. Здесь у нас написано... JY 273. То есть кто сталкивался с этим, то уже знает, что здесь трехосевые магнитометры должны быть. Один, два. Два штуки я заказывал себе для тестов. Ну давайте один скроем и посмотрим. Вот так вот они выглядят. С одной стороны. С другой. Очень маленькие, ну вот. Если сравнивать с ногтем. Очень мизерные. Сейчас я запаяю вот эти вот штырьки к вот этому модулю. И после распаковки вот этой вот посылки я подключу его к Arduino, покажу вам, как он работает по умолчанию, то есть без ничего. И тут мой фотик приказал долго жить. Вот что делается. Во-первых, большая расфокусировка сейчас идет. На камеру, скорее всего, не будет видно. И пишет, что ошибка объектива. Вот такая вот, такое вот западло получилось. Ну, тем не менее, видос я допилю, только уже не так, как было. Магнитометр я, наверное, включу на следующий раз, но я расскажу, как он работает. Он определяет магнитное поле Земли, то есть в трех осях X, Y и Z. То есть его можно вот так вот крутить, и он будет понимать, что его крутят вот так, вот так и вот так. Походу. Да. Ну, что-то я немного расстроился, ладно. А здесь вот в этой коробке есть вот такие вот разъемы. Они уже поделены на несколько частей. Я своей младшей сестре давал их посчитать. И она говорит, что я не могу так много посчитать. Я разделила их на два и вот еще напополам. Здесь 40 штук. Они... предназначены для того, чтобы вот с одной стороны подключаться в макетку,
А другой стороной, ну, вот так. Вот. К примеру. Ну, никто не запрещает тут обрезать и себе сделать, чтобы были только мамы-мамы, то есть вот, как тут. Или только папы-папы. Ну, можно заказать, в принципе, и другие. Но я себе заказал с расчетом, что если мне что-то будет нужно, я себе отрежу. И, собственно, сделаю из пап-мам только мамы или только папы. Ну и, собственно, последний товар. Это набор резисторов. Отсылали мне ее 8-10, пришла 29-8. То есть 10-8, а пришла 29-8. То есть 19 дней шла. Ну, в целом неплохо. Ну, как неплохо? Ну, не 2 недели, чуть больше. Сразу скажу, что немного такой увесистый пакет. Здесь 21 номинал по 100 штук каждого номинала. То есть здесь 2100 резисторов. Как видите, они синие, то есть с низким разбросом по номиналу. Покупал я их за 8 баксов. Ну, 8 с чем-то. Ссылка будет в описании. Немного дороговато, ну, как для мелочи на Али. Но в целом это что-то такое из разряда купил раз, ну и забыл, что нужно еще искать где-то резисторы. Как по мне, для начинающего радиолюбителя это отличный вариант. Сейчас поставлю на базу и достану несколько. Ну вот, как бы достаю. Здесь их вот. Вот столько. Ну, короче, достаточно. Номинал этих резисторов, я не знаю, как это понять. 22. Походу 22 Ома. Вот. Вот этих. Все они подписаны. 22 килоома. Ну, было бы неплохо еще проверить мультиметров, но у меня руки сейчас заняты. Да и чуть. А, здесь забавно. Написали 10 килоом, потом зачеркнули и 6,8. В общем, вот такой вот наборчик. Отличная вещь. Надеюсь, мне надолго этого хватит. Ну, наконец-то я соберу транзистор-тестер на Arduino, потому что там нужны резисторы с точным, ну, короче, вот такие синенькие, с разбросом в 0,1%. Даже я вам, если хотите, зачитаю, ну, в принципе, как хотите, зачитаю номиналы, которые здесь есть. 1, 10, 22, 100. И, собственно, так идет дальше. Там 200, 470, 680, 1, 2, 2, 4, 7. Ну, ссылка будет в описании, зайдите себе, посмотрите. Ну, я считаю, отличное приобретение, как за свою цену. Вот. Вот такие вот посылки. Ну, и там еще есть. Ладно.